27 декабря свой профессиональный праздник отметят те, кто всегда на посту, кто готов первым прийти на помощь, несмотря ни на что. Спасатели. Они бывают разные, молодые и с опытом, серьезные и шутники. Но всех их объединяет одно – чувство долга и готовность к риску. Этот год знаменательный, у нас год 25-летия МЧС, ознаменован очередными достижениями нашего главного управления на территории Ивановской области. Связано с тем, что мы в этом году снизили почти практически по всем показателям гибель и пострадавших на чрезвычайных ситуациях происшествий и дорожно-транспортных происшествий. У нас сократилось количество пожаров на 100 пожаров, это если вот в количестве получается 10%. Гибели на 12 человек сократилось на пожарах, а на водных объектах на 14 человек. Внимание, выполняю норматив, приступить! 5 секунд! Есть секунд. 20 секунд. В работе пожарного каждая секунда на счету. Денис Мехтенев знает об этом не понаслышке. Служит вот уже больше 20 лет. При выборе будущей профессии долго думать ему не пришлось. Два моих родных дяди были пожарными. Один служил на Сахалине, другой в первой пожарной части нашего города Иваново. Ну и как бы так судьба распорядилась, что как бы выбирать особо не пришлось. И поступил курсантом, отучился 3 года. В 1995 году, сразу же после окончания училища, поступил в Москву на высшее учебное заведение, которое в 1998 году успешно закончил и пришел работать в гарнизон ивановский. Сначала работал преподавателем учебного пункта 9 месяцев и в 1999 году был назначен уже на должность заместителя начальника 4-й пожарной части по службе. Сейчас Денис Николаевич возглавляет Ивановскую службу пожаротушения. Профессиональный рост для пожарного измеряется не годами, должностями или званиями, а спасенными жизнями. С Денисом Николаевичем Мехтеневым работаем довольно-таки давно, на протяжении порядка где-то 8 уже лет. Вот. А характеризовать я его могу как грамотного руководителя, вот, как хорошего боевого товарища, так как вы знаете, наша работа связана с риском. Вот, то есть тот человек, который в трудную минуту всегда подставит свое плечо, окажет поддержку. По долгу службы Денис Николаевич видел все крупнейшие ивановские пожары, можно сказать, изнутри. Участвовал в тушении здания УМВД. Как сейчас помнит, трудно было работать с такими огромными площадями. Дом быта тоже с боем отвоевали у огненной стихии. Плюс до последнего было неясно, все ли покупатели и сотрудники торгового центра эвакуированы. Но тот пожар, который огнеборец точно запомнит навсегда, не попал в сводки информационных ресурсов. Горел обычный частный дом. Вызов как вызов, ничего особенного, если бы не одно обстоятельство. Соседка кричала, что в доме, возможно, могут находиться дети. Первоначально как бы информацию начали проверять, но в дом войти было невозможно, поэтому как бы тушение производилось как бы снаружи. И проходя мимо одного из оконных проемов, а окна были в решетках, занавеска немного отошла в сторону, увидел, что лежит нога человека. Спасатели отрезали быстро болгаркой решетку, спилили наполовину, отогнули ее. Ну, думали, как было некогда, прыгнул туда. Оказалось, что там не один ребенок, а два, второй лежал уже ниже на полу. Детей спасло чудо и наблюдательность опытного пожарного. И именно такие моменты, признается наш герой, дают силы работать дальше. За спасение малышей Дениса Мехтенева наградили медалью за отвагу на пожаре. Но мужчина уверен, истинный спасатель работает не ради поощрения заслуг. Чтобы спасать людей, такое призвание, кто-то же должен служить Родине и спасать людей. Тем более в мирное время работа пожарным входит в пятерку самых опасных профессий у нас в стране. Чувствую, знаете, не то что удовлетворение, а просто, что работаю и приношу кому-то пользу своей работой. Спасатель не только профессия, но и призвание. Роман Александрович работает анестезиологом в Шуйской районной больнице. Как врач, по долгу службы тоже спасает людей, но не рискуя собственной жизнью. Минувшим летом 69-летнему мужчине пришлось забыть о своей безопасности ради другого человека. Мы со своей женой пошли на реку позагорать так. Ну, сидим, загораем, значит, она лежит, греется, я пошел, искупался, значит, вылез. Даже мужик идет. Ну, идет противолодочным зигзагом, значит, под этим делом.
Ну, говорю, все, сейчас купаться будет. И точно разделся, полез в воду. И вот знаете, вот это вот все-таки вот чувство вот такое прогнозирование утонет. И вот знаете, вот, ну, чисто вот как-то подсознательно я за ним полглаза наблюдал. Туда-то он поплыл, до реки-то доплыл нормально. Повернул обратно, ну, плывет, слава богу, сейчас вылезет. Ну, осталось ему доплыть метров, может, 10 до берега-то. А там берег крутой, он сразу не спускается. Вот. И он у меня пропал. Мужчина скрылся под водой. Без долгих раздумий Роман Александрович бросился в реку за ним. В тот момент не думал ни о чем, кроме как о поиске тонущего. Нырнул пару раз, гляжу, ага, что-то отсвечивает. А там был глубоко, наверное, 2.5-3 метра. В общем, лежит он на дне реки, как говорится, скучает. Ну, нырнул я, схватил его там, за что попало, уж не помню. Выволок его на поверхность воды и потолкал к берегу. Ну, тут народ сбежался. Помогли его вытащить-то, потому что тяжело. В воде он легкий, а как вы на берег вытащили, так уже тяжело. В тот день пострадавшему повезло дважды. Во-первых, его вовремя заметили и вытащили на берег. А во-вторых, спас его именно врач, работающий в реанимации. Ну, тут, конечно, много было доброхотов. Делать вот это, делать вот это, делать вот это. Ну, пришлось, как говорится, отмахнуться. Ну, на мое счастье или на его счастье, уж я не знаю. В общем, у него развилось так называемое белое утопление. То есть, когда вода, попадая в верхние дыхательные пути, вызывает спазм голосовых связок. И вода очень мало попадает в легкие-то. И ее мало было. Вот, значит, провели непрямой массаж сердца. И он меня тут же задышал. Ну, сознания, конечно, нет. Но самое главное, пульс есть, давление есть. Дышит он очень хорошо. Вот так в повседневной жизни любой может стать спасателем. Ген самопожертвования и героизма есть в каждом. Вопрос в том, сможет ли человек его проявить. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Шуя.